проездной, девушка. Проездной предъявите. Я вам сказала еще раз. Что? Я предъявила. Что? Нет, вы его не предъявили для проверки. Я предъявила свой проездной. Для проверки я предъявила. Смотрите, что? А это судебное разбирательство, что вы удерживаете что меня на месте, понимаете? Вы меня оплатили или притворяетесь? Выпустите меня! Ну что? Ну вы же хотите узнать, как мы работаем. Выпустите меня! Вы же хотите узнать. Выпустите! Ну куда же я вы? Сейчас еще раз объясняю. Выпустите меня. Вы почему не предъявляете оплату проезда? Не надо меня удерживать силой. Да я вас это 217-я статья Уголовного кодекса. Да без разницы, меня хоть с работы уволят, сам не могу. Федерации. Да мне без предъявите разницы. Предъявите ваше удостоверение, пожалуйста. Кому? Удостоверение предъявите. Бортовой номер 08-530. У вас дешевая популярность. С 7 утра. У вас дешевая популярность. Я еду на работу, меня задерживают. Вы на работу? Тогда мы к вам на работу сейчас пойдем. Идите. Конечно, пойдем. Я буду жаловаться, писать вас. Выпустите, пожалуйста. Читайте. Фотографировать не разрешено, в руки передавать не разрешено. Читайте так. Балдин Ренат Сильмединович. Все. Вы не имеете права меня удерживать силой. Да я вообще-то по 195-му я имею право принудительное препровождение в полицию должен совершить сейчас. Первый закон, который мы читаем, 195-й. Вы не представитель полиции, вы не имеете права. Если бы вы были браконьером, а я бы был егерем, я бы вас доставил точно так же в полицию. Права. Но вы на транспорт. Четвертый пункт вы читайте. Не имеете права. Органы, осуществляющие контроль на транспорте. 217-я статья. Да вы тупая, женщина. Вы еще... Выставьте это в интернете, что вы тупая и никому не нужны. И никто на вас внимания не обращает. Выходите замуж. Принесете. Каждый день вот так ездить. Я все снимаю. Да снимайте хоть что. Я хоть с работы уволюсь этой снимай. Сволочной. Все, Витя, выходи давай. Моя давай, моя выходи, говорю. Что делаете? Я сказала, мне дальше ехать. Я не на своей остановке вышла. Вы хотите выйти, то не хотите выйти. Мне надо дальше ехать. Почему я должна? Давай, езжай. Давайте, давайте. Пускай весь интернет знает, что ты сволочь.